Приветствую вас, уважаемые друзья и зрители моего канала. Хочу представить вашему вниманию обзор такой вот интересный швейцарский нож Victorinox. Чем он интересен? Тем, что его на многих магазинах называют нож для резки помидоров. А на некоторых магазинах его называют нож для резки фруктов и овощей. Сейчас хочу попробовать его и порезать фрукты и овощи. И также посмотреть, как он режет помидоры. Видите, нож новый, еще запечатан. Довольно неплохая сталь, гибкий и довольно такой островатый. Попробуем резать помидоры. Что хочу сразу заметить, очень хорошо разрезает шкурку и очень хорошо режет сам помидор. Попробуем сейчас тоненько-тоненько отрезать. Довольно неплохо. Если этот нож хорошо режет помидоры, то он будет и хорошо резать, я думаю, любые овощи. Очень хорошо разрезает, и даже семена помидоров не вытекают, остаются на своих местах. Попробуем нарезать перец. Вы знаете, без какого-либо усилия нож его нарезает. Попробуем нарезать лук. Для лука, может быть, этот нож, конечно, и не предназначен. Сильно маленькое лезвие. Но режет неплохо. Сейчас попробую. Нарезать, как режем салат. Салаты нарезать, конечно, этим ножом не очень удобно, но со своей задачей нарезки нож справляется и очень неплохо. Попробуем нарезать огурчик. Вот. С маленьким огурцом справляется довольно неплохо. Очень хорошо режет, хорошая нарезка у ножа. И главное, ровненько. Ну, а теперь попробуем нарезать спелую хурму. В
приходится работать пилочкой. Но режет очень хорошо. Поэтому, друзья, могу порекомендовать этот нож для домашнего хозяйства. Нож очень хорош. Мне понравился. На этом, друзья, видео буду заканчивать. Всех благ вам и вашим близким.